Новый фронтир дал надежду на светлое будущее. Но вдали от Родины зародилось движение, утратившее связь с тем местом, что мы звали домом. Новые правила, новые амбиции, новый враг. Мы не были готовы к тому, что СДФ соберет армию и начнет кровопролитную войну с Землей. Это не революционеры. Они жаждут абсолютной власти. Они грабят колонии, отнимают ресурсы. Они силой удерживают территории. Они используют флот, чтобы лишить нас ресурсов, необходимых для выживания. Их цель — уничтожить все, связанное с Землей. Сейчас СДФ — это машина, которой управляют военные. Если у них появится сильный лидер, они явятся к нам, чтобы захватить нашу Родину. Воевода, это Скар-1. Жду приказа. Принято, 1-1. Одну из наших секретных баз атакует СДФ. Мы считаем, что это часть операции под кодовым названием «Рая». По данным разведки, их цель — прототип оружия. Вы должны изъять прототип и подорвать базу, пока противник ее не обнаружил. Вас понял, воевода. Сделаем. Одна минута! Союзники! Никак нет. Союзных целей нет. Добудем оружие и убираемся. Проверить снаряжение! Система ЛЗУ включена. Условия атаки? Огонь на усмотрение. Готово! 10 секунд. Дверь! Скар-1, начинайте, начинайте! Корабль! Пошли! Пошли, пошли! Издевайте! Пошли! Пошли! Издевайте! Температура поверхности минус 300 градусов. Надо шевелиться. Жнец, Скар на месте, отбой. Понял, 1-1, десант с воздуха, к северу от вас. Так точно, уже идем. Вижу внизу две цели. Сбросить тягу, снимите их. Сайпс, вперед! 1-1 Жнецу, в секторе стрелки СДФ. Продвигаемся. Есть, передам. Конец связи. Нужно добраться до оружия раньше них. Готов! Точка входа через 30 метров. Вперед! Жнец, приближаемся к точке входа. Будьте осторожны, мы столкнулись с силами СДФ. Часовые на крыше. 0, один твой, остальные наши. Кажется, тут что-то есть. Внимание! Пошли! Поднажмите. Осторожнее. Они их просто казнили. СДФ нужно оружие, а не пленники.
дружественные цели. Ищейки пошли. Принято. Противник в районе! Справа чисто. Рассыпаться! Наше оружие в хранилище, в полукилометре отсюда. Как думаешь, они слышали взрыв? Может и да. Тогда давай их поприветствуем. Добро пожаловать в исследовательский центр Европа. Бросай антиграф. Принято. Кто здесь? Готовы. Выдвигаемся. На помощь! В моем районе! Проверьте все углы. Жнец, мы в исследовательском центре. Идем к арсеналу. Принято. Имейте в виду, войска СДФ скоро будут внутри. Нельзя допустить, чтобы операция Рая увенчалась успехом. Как только оно будет у нас, я смогу запустить процесс самоуничтожения. Принято. Внимание на лабораторию. Контакт! Контакт! Атакуем в лоб! Не останавливаться! Не расслабляться! Мы еще не закончили! Они подходят! Поджарим гадов! Контакт! Цели уничтожены. 1-1, мы опаздываем, и топливо почти на исходе. Что там у вас? Двигаемся к цели. Точка выхода через 6 минут. Конец связи. Оружие на другой стороне. Мы их опередили. Сайпс, ломаем. Все чисто. Джекпот. Вижу хранилище. Жнец, мы добрались до арсенала. Идем забирать оружие. Принято, 1-1. Оружие в хранилище. Как только заберете его, я запущу протокол самоуничтожения. Прототип экспат. Загружай его, Сайпс. Оно нам понадобится. Держи его. Технология та же. Модель компакт. Так вот, зачем они охотились. Жнец, оружие у нас. Подтвердите запуск протокола самоуничтожения. Понял. Запускаю процесс самоуничтожения. Понял, 1-1. К вам идет СДФ. Пехота и техника больше 50. Уходите оттуда немедленно. Понял. Мы выступаем. Встреча через 5 минут. Время не ждет. Вперед! Внимание! Жнец, оружие у нас. Подтвердите запуск протокола самоуничтожения. Понял. Запускаю процесс самоуничтожения. Понял, 1-1. К вам идет СДФ. Пехота и техника больше 50. Уходите оттуда немедленно. Понял. Мы выступаем. Встреча через 5 минут. Время не ждет. Вперед! Огонь!
Стоп! Мочи их! Черт! И 12! Зай! Врубай F-Spark! Жнец, оружие у нас. Подтвердите запуск протокола самоуничтожения. Понял. Запускаю процесс самоуничтожения. Понял, 1-1. К вам идет СДФ, пехота и техника больше 50. Уходите оттуда немедленно. Понял, мы выступаем. Встреча через 5 минут. Время не ждет. Вперед! Внимание!
Жнец, оружие у нас. Подтвердите запуск протокола самоуничтожения. Понял. Запускаю процесс самоуничтожения. Понял, 1-1. К вам идет СДФ. Пехота и техника больше 50. Уходите оттуда немедленно. Понял, мы выступаем. Встреча через 5 минут. Время не ждет. Вперед! Внимание! Запущен процесс самоуничтожения. Огонь! Мочи их! Противник наверху! Вот где укрытие! Вольф, надо шевелиться! Дэвид, у нас что? Мочи их! Нет, оружие у нас. Подтвердите запуск протокола самоуничтожения. Понял. Запускаю процесс самоуничтожения. Понял, 1-1. К вам идет СДФ. Пехота и техника больше 50. Уходите оттуда немедленно. Понял, мы выступаем. Встреча через 5 минут. Время не ждет. Вперед! Нет, оружие у нас. Подтвердите запуск протокола самоуничтожения. Понял. Запускаю процесс самоуничтожения. Понял, 1-1. К вам идет СДФ. Пехота и техника больше 50. Уходите оттуда немедленно. Понял. Мы выступаем. Встреча через 5 минут. Время не ждет. Вперед! Часов!
мочи! Оружие у нас. Подтвердите запуск протокола самоуничтожения. Понял. Запускаю процесс самоуничтожения. Понял, 1-1. К вам идет СДФ. Пехота и техника больше 50. Уходите оттуда немедленно. Понял. Мы выступаем. Встреча через 5 минут. Время не ждет. Вперед! Их. Цель подтверждаю.
Нет! Нет! Нужен воздух! Иду к тебе! Подними его, ему нужен воздух! Дыши, боец! Сколько вас пришло? Здесь все. А как насчет того корабля, который мы сбили? Моим людям нужен врач. Заботишься о своих людях? С выводами. Вот поэтому вам и не видать победы. Это место уже не ваше. Прикончите. Не трать пули. Что такое Рая? Что за Рая, не знаю. А шлемная камера отключилась. 18 часов связи нет. СДФ не выставил требований. А зачем им выставлять требования? Они захватили базу.
Расстреляли троих и сбили пилота. Нашу группу отправили за секретным оружием на закрытый объект. Этот объект строго засекречен. Как вообще СДФ туда пропустили? Так, согласно договорам, все народы имеют право свободно... Сэр, это задача для полной ударной группы, не для четверки бойцов. Лейтенант Рейс, прошу вас вести себя более дипломатично. И смените тон. Есть, сэр. Кто еще знает это? Сейчас воздушное командование и вы. Это же прямой акт агрессии, адмирал. Мы должны быть в патруле, а не пускать тут фейерверки. Военная доктрина запрещает применение крайних мер в таких случаях. Значит, мы воткнем стволы в песок и будем любоваться парадом флота? Лейтенант Рейс, поймите меня. По-человечески я совершенно согласен с вами. Нам надо нападать. Так почему нет? Они политики, Рейс. Подотрутся любым флагом, лишь бы заводы дымили. Присаживайся. Для политиков идея вооруженного наступления – это полный кошмар. Войны нет, военные не у руля. Но когда она начнется, будет поздно. Сомнения, дыра в голове. Вы твердили это в летной школе. Оцени проблему и действуй. Ты всегда был хорошим учеником. Стратком в курсе наших проблем. Пока применение силы не рассматривалось на оперативном уровне. Законы войны, сынок. Спасибо за разъяснение, сэр. Адмирал Рейнс, Итриан уже на крыше. Спасибо, старшина. Что такое Итриан? Сходи, посмотри. Думаю, понравится. Вольно. Сколько? Четверо. Двухсотые. Европа? Да, там был СДФ. Перебили команду. Забрали все. Ах ты ж дрянь. Этот флот, они зря так. Мы должны быть в шакалах на боевом. Адмиралы не спорят. Капитан знает? Отнюдь. Возмездие сейчас не боевой корабль, а декорация. Весь наш флот здесь, в Женеве. И это пугает. Это бывает каждый год. Что ж, пойдем веселиться. Прошу вас, лейтенант. Спасибо, умник. Давай-ка прогуляемся. Невеселый списочек. Мирно не павшим. Флота как есть. Вот и он. Возмездие. Милый дом. Мы же всего день на планете. Предпочитаю черноту космоса. Да, я тоже. Рейнс говорил о каком-то E3N. Не слышала? Никак нет. В четырехзвездочных рукавах Рейни всегда есть пара. Он полетит на церемонию вместе с нами. Не называй его так. В лицо? Не буду. Расступись. Проходите, лейтенанты. У службы свои плюсы. Нас ждет самолет. Сейчас проходит. Дешевая показуха на потеху толпе. Это работа с общественностью. Это пропаганда, все. Мы потеряли четверых и устраиваем праздник. У нас связаны руки. Отдохни-ка сегодня, Рейс. Это приказ. Ты не можешь мне приказывать, мы равны по званию. Очень остроумно. Это еще что? Кажется, это E3N. Так точно, сэр. Старшина первого класса, E3N. Улучшенный тактический гуманоид, модель 3. Потрясающе. Так и есть. Зовите меня Итан.
Твои задачи. Я приписан к возмездию, командир капитан Олдер. Боевая программа есть? Лучшая. Увидите. Похоже, ты действительно крутой вояка. Ну что вы, не смущайте меня, сэр. Отойди, Итан. Я еще не настолько старый. Приветствую, адмирал. Что ж, теперь все познакомились. Можно и стартовать. Так точно, адмирал. Хорошо скрывали проект Итан, адмирал. Олдер знал. Первая модель боец. Впечатляющая. Представим его на сегодняшней церемонии. Вы же знаете, что я робею на сцене? У тебя есть чувства? Да, лейтенант, вполне. У меня мозг человека, фермера. С ума сойти, серьезно? Ни в какой мере, мэр. Попалось солнце. Вот и нет. Уатис сегодня сверхурочный, да, адмирал? Полно бортов, но система всегда на чеку. Итан, ты знаком с системой авиаперехвата? Железный щит Земли. Основная огневая мощь. Воздаяние, это Ворон-6. Разрешите посадку. Принято. Шестой, посадку разрешаю. Адмирал, сэр. В чем дело, Итан? Орудие Азис. Кажется, они наводятся на наш флот. Тревога! Пилот ранен! Я к штурвалу! Стрельба в башне Атис. Вероятность террористической атаки. Повторяю, у нас стрельба. Это не учение. Все вы способны единицы. Немедленно к бою. Мы падаем. Держись. Я в порядке! Они стреляют с гражданской! Вот, возьми! Давай, надо идти! Сэр, они разбились! СДФ захватили Атис и расстреливают наш флот! Надо подняться на башню и вернуть контроль над орудиями! Уже бегу! Не достану! Еще цели! Thank you.
Всем Скар, это 1-1, как слышно? Системы связи повреждены. Высадка войск! Надо вернуть контроль над Атис. Остальное сейчас не важно. Нет, бесполезно. Боевые частоты заглушены. Вот, я нашла осколочные. Отлично.
близко! Смотри, гражданский, смотри, куда стреляют! Зачем они стреляют в гражданских? Не знаю, Итан. Пушки Атис все еще стреляют по нашему флоту. Стойкий подбит! Осторожно! Здесь тупик. Сэр, я могу переправить нас через стену. Сюда, лейтенант. Собираемся! Держимся рядом! Продолжаем идти, парни! Итан! Вперед! Веди нас! Есть, сэр! Впереди гражданские! Не стрелять! Вы в порядке, сэр? Уходите в укрытие! Уходите с улицы! Укрывайтесь в домах! Слышишь? Что-то приближается. Держись.
Сэр, связи по-прежнему нет. Башня Атис прямо перед нами. Подойдем поближе. Они сразу выслушают. Отход по ним. Гранатами по ботам. Зачем они на нас напали, сэр? СДФ рвется к власти уже много лет, Итан. Они знали, что здесь собрался весь наш флот. Рейс, займись дверью, я прикрою. Отличная работа, лейтенант. Ценная штука. Оставьте ее себе, сэр. Внимание всем! Группа золота под обстрелом. Продвижение невозможно. Нужен огонь на броню. Затмение. Это номер первый. Как слышно? Отлично, адмирал. Какие указания?
Отработайте главными по башне. Надо прикрыть наземных. Есть, сэр. Начинаю работу. Сатор, свои, свои! Союзники, не стреляй! Лейтенант, поднять шакалов для поддержки с воздуха. Принято, сэр. Врача! Врача! Возмездие, это 1-1. 1-1, возмездие на связи. Крок, СКАР-3 на вылет. Работа по земле. Номер первый золоту. Авиация на подходе. Как только они ударят, берем высоту. Затмение! К бою! На левый план. 2-6, займитесь правым. Группа золота, статус!